надеюсь, у вас хорошее настроение такое же, как у меня. Я забыла свои наушники, поэтому я надеюсь, меня слышно. Сегодня я приехала сюда за кисточками на 14-ю улицу. У нас все цветет, пахнет, и погода вообще замечательная. Все прекрасно, смотрите, как красиво. У нас опять какая-то выставка, и опять выставка. Походу делать сама. Очень много собачек. Сейчас пойдем посмотрим. Хоть бы не взять кого-нибудь, а? Сейчас пойдем смотреть. Да, походу дело выставки собак. Ой, сколько много четвероногих. Пойдем смотреть. It was led by the NYPD's mounted unit, followed up by a couple of our local elected officials who made an appearance to say hello and support the animal community. Боже, надеюсь, здесь не продают щенков. Потому что если я сейчас увижу щенка, то все. Ой, продают! Пойдем смотреть, конечно, пойдем. Кошечек, собачек. Так, вижу кошечек. Кошечка уже есть. Хочу собачку. Сейчас пойдем посмотрим, кого там показывают. Маленькие карапузы. Черт побери. Да, сегодня здесь проходит выставка бездомных животных, вон там написано. Я думаю, что любой, даже птиц, любой может себе взять кошечку, собачку. Вон там очень замечательная футболка. Поддержку. Вот очень много, надо взять, наверное, такую футболку. Котиков. В Нью-Йорке, кстати, больше намного котов, кошек, чем собак бездомных. Собак не так много. Ой, да, это адапт. Можно брать собак. Капец. Малютки. Привет. О, боже. Лапули мои. Я хочу собаку. Я очень хочу собаку. Клетки пустые, представляете? Всех уже разобрали, пока я сюда приехала. Смотрите, как... Всех уже разобрали, пока мы шевелились и ехали. Я вообще сегодня оказалась здесь совершенно случайно. Клетки пустые, да. Всех уже разобрали. Всех уже разобрали. Обалдеть. Ой. Малютки. Вот такая вот сегодня у нас тут выставка. Мне кажется, я очень быстро как-то прошла, но как люди, знаете, смотрят, хочется побыстрее заснять. Да, кошек намного больше, чем собак, конечно.
клеточках все сидят, ждут своих хозяев. Приходите и забирайте. И даже птиц можно. Народу очень много. Да, волонтер Донейт. Адапт. Я уже одну спасла с улицы. Один у меня уже живет. С этих времен. Буквально неделю две назад. Я взяла себе кота. Нашла на улице. Alright, it's adopted from the 2016 Spring Edition. We've got over 300 dogs, cats, kittens. Убежала я с выставки собачек. Сейчас бегу в свой любимый магазин Фрик. Мне нужно купить кисточки, потому что все мои кисточки заканчивались, поистерлись. Еще с Москвы привезла кисточки. Сейчас еще зайдем с вами погуляем в Блике. Ну а так вообще погода сегодня замечательная, правда все равно холодно, такой ветер жуткий, просто кошмар какой. Встретимся в Блике. Ну а пока мы собственно туда идем, я конечно же буду снимать для вас улицы, как обычно, улицы Нью-Йорка, людей. Местные достопримечательности, магазины и так далее. Да, кстати, айскрим сейчас бы не помешал. Я уже почти пришла к Блику, кстати. TJ Maxx, мой любимый магазин. Всем очень советую туда зайти. Такой выбор. А, кстати, пойдемте зайдем. Я все говорю, что мне нравится. А вот никогда его не показывала. Что это вообще, с чем его едят. Действительно крутой. Вот, пока шпионы, пока никто не видит. Вот такой у нас TJ Maxx. Куча магазинов, куча всякой одежды, обуви со скидками. Мы сейчас с вами пойдем, наверное, в обувь заглянем. Еще очень хочу кожаную себе куртку. Нигде не могу найти. Сейчас пойду тут пороюсь. Ой, еще мне нужна кисточка для выпечки. Короче, сегодня гуляете со мной по полной. Нижнее белье. Надеюсь, это не обо мне. Как я заблудилась.
стульчики. О, вот это стульчик хороший. Сейчас пойду кружку себе посмотрю, кстати. Кружка разбилась. Моя осмотрим цели. Sorry. 3,99. Вообще. Грех не взять. Сейчас поищу что-нибудь позитивное. Такое. Позитивное. Почему-то хочу черно-белую. Да, вот это очень хорошая кружка. Огромная. Тяжелая собака. Вот это мне очень нравится. Очень позитивный настрой. Всего 3,99. Представляете? Когда по всему Манхэттену кружка стоит по $20. Тут 3,99. Ой, мама, ты сюда. А ну-ка, глянем. Shine bright like a diamond. Популярность реально растет. Но все-таки кружечку какую-то мне надо сегодня выбрать. Какую-нибудь веселую, что ли. Рамочки. Коврики. Еще кружечки. Не знаю, глаза разбежались. Я хоть обычно белый, но мне очень нравится вот такая посуда, беленькая. Без каких-либо. Ну, смотрите, прям моя кружка. 2,99. Обалдеть. Вот почему я люблю Джимакс. Цены вообще копеечные. Пойдем еще посмотрим. Кружку решила покупать потом. Пойдем сейчас в Блик зайдем. Тяжеловато. Я не люблю тяжелые кружки. Господи, хоть бы не рухнуть. Вот, пойдем сейчас зайдем в Блик, посмотрим, что там есть. И встретимся уже там. Так, я уже набрала. Глаза мои потерялись вообще. Во все стороны убежали. Выбор просто слов нет. Вот взяла пару кисточек, думаю, здесь на долларов 100. Сразу взяла хорошие, потому что нечего ерунды набирать на те же деньги, и толк от этого никакого. Поэтому, конечно, надо брать сразу и хорошие. В карандашах вообще можно заблудиться. Но мы здесь с вами уже были, но я все-таки до сих пор не перестаю восхищаться этим выбором. И сами видите, есть все. Вот, кстати, знаменитая фан-пастель, которую все спрашивают. Вот она, красавица. Ну, пока до нее я не добралась. Может быть, доберусь когда-нибудь. Сейчас пока только по краскам, акрилам и так далее. Вот очень хорошая фанера. Еще акрилика. Беру ее постоянно. Цветов вообще миллион. Этот цвет вообще обалденный, любимый просто. Вот этот. Обалденный цвет. Здесь акварель. Акварель очень дорогая. $10 одна штучка. Здесь даже по 17. Цвета, конечно, нереальные.
Она просто нереальная. Не знаю. Надо что-то убирать. Всего куча. И просто глаза, как всегда, разбежались. Пойду дальше убирать. Купила таки кружечку. Сейчас уже бегу на 34-ю. Скорее всего, сейчас с вами выйдем. И вот со мной мой пакетик. Потратила я сегодня $134. Что я купила? Скажете вы. Я купила 8 очень-очень-очень хороших кисточек. Купила баночку для кисточек. Купила блестки. У меня есть идея на новую картину. Купила кружку 3,99. И купила вешалки. Всего за $10 25 штук. Чему очень рада. А я напоминаю, что мы с вами идем сейчас по 6-й авеню. Надеюсь, меня слышно. Я забыла все свои наушники. Вот, кстати, наушники. Сейчас, может быть, и куплю. Все, наконец-то я с наушниками. Надеюсь, меня слышно. Как обычно, перехожу дорогу. Ой. Ладно. Сейчас можно идти, поэтому не так страшно. Так вот, о чем я. Сейчас мы с вами идем по 6-й улице и прогуляемся немножечко вверх Манхэттена. Посмотрим очередные улицы, народ и все-все-все остальное. Раз уж вы сегодня со мной гуляете. Вот, надеюсь, будете наслаждаться. Пойдем. Наверное, у нас сегодняшнее видео получится долгое. Ну да и ладно. Кому хочется, тот посмотрит. Извините, что в камеру видны такие шаги. Мои, камера трясется. Я просто не умею медленно ходить. Да, иду быстро. Starbucks на каждом шагу. Очень приветливые люди. Сегодня замечательный день. Питер, правда, но день все равно замечательный. Кстати, наушники мне обошлись $15. Кому интересно. Итого $150 с куста. Вот. Куча homeless people. Очень большое количество, конечно. Даже не знаю почему. Хотя знаю, мне тут местные уже рассказали истории. Большинство из этих homeless не такие же и homeless. Такая уловочка для тех, кто не хочет работать. Фу, я сегодня в теплом своем жакете, и что-то уже становится жарковато. Особенно с сумкой наперевес. Что-то я сегодня набрала по полной. Глаз вообще радуется, конечно. Смотрите, у нас уже все цветет. Прям даже не могу поверить. Весна практически наступила. Так, сейчас я иду на краску. Подождите. Вот весна практически наступила. Деревца. Бегущий мальчик. Вот вам еще один опрос того, что не все американцы толстые. Вот не все. Большинство людей, особенно живущие на класс выше, все очень здоровые, потому что понимают, что здоровье прежде всего. Питаются правильно и не едят фастфудов. Вот прям мой светофор мне везде светит.
какая красота вдалеке. Так, на какой мы с вами сейчас улице? 28-й. Еще 4 улицы, мы дойдем до места назначения. Деревца лучше поснимаю. Запечатлю всю эту красоту. О, Боже. Ой. Воздух сегодня вообще невероятный. Наверное, от деревьев, конечно же. Потому что в Нью-Йорке как такового воздуха нет. Весь парк усыпан. Просто весь цветами. Мы с вами уже на 34-й улице. Вон там весь парк в цветах. Обалдеть. Самое главное отличие от России, никто это взять не может или выдернуть, потому что за это вы получите что? Штраф такой, что домой вы больше не вернетесь. И это правильно, друзья. Они тебе глазки. Это правильно. Нечего уничтожать город. Нужно его поддерживать, нужно его холить или леять и придавать ему очень красивый вид. Поэтому я абсолютно на стороне полиции. Ближе Таймс-сквер, конечно, народ обещается, народу куча. Мы сейчас с вами еще свернем, погуляем, может быть, где-нибудь. Там вот тоже парк. Я пойду сейчас по этой улице, немножечко пройдусь. Вы спрашивали, что я кушаю обычно, когда я где-то в городе. Я кушаю вот в таком китайском ресторане, и этот, друзья, просто невероятно вкусный. Я буду выходить и вам покажу его адрес. Вот такая по-русски столовка. Шведский стол, вы там набираете себе еду, убираете водичку и подходите в лайн. Так что приятного мне аппетита. На обратном пути покажу название. Всем очень советую. Друзья, вот название кафешки. Уже там по карте сами посмотрите, потому что хрен его знает вообще где я. Не помню, 34-я или... Кафе имеет A-класс, опять же. Сейчас я уже потихонечку пойду домой. Всем очень рекомендую поесть. Все, что вы увидели сегодня на моем столе, получилось на $11, что, в принципе, очень бюджетно для Нью-Йорка. Наелась арбуза. Очень всем советую взять именно то, что у меня было на тарелке. Это просто нереально вкусно, все свежее. Хотя здесь очень много дамплинс делают. Очень много всего, чего есть. Но я не готова все съесть. И то я все не съела, с собой домой забрала. Из меня такой едок в последнее время. Тепло надвигается, и есть вообще не могу. Я перехожу на красный свет. И такой разноплановый Нью-Йорк. Кто-то в шубе, кто-то в шортах. Вообще стиля как такового у людей, честно говоря, нет. Вы знаете, как вот клише, да? Мне очень нравится еще вот этот магазин. Все время мимо него прохожу. Там столько всего классного для девчонок, но уже мне, к сожалению, некогда. Бегу. Напоследок покажу вам улицы. Про что я? Прости. Вот, как такового-то и нету ни у кого такого, прям чтобы в стиле все, в принципе, очень просто одеты. Это очередная знаменитость здесь какая-то подъехала. Повсюду уже цветы. Что
что приятно. Видите, там аллейка вся в цветочках. Я уже иду опять на красный, как обычно вообще. Красный, красный. Когда-нибудь красный меня догонит. Так, все. Ой, давайте. Ну вот, собственно, дорогие друзья, на сегодня все. Наели, пузы, погуляли. Смотрите, тут народу становится очень много, а я это не люблю, поэтому я поехала домой. Вот, еще раз всем огромное спасибо, кто смотрел. Пишите, может быть, вам что-то снять лично, не лично, может быть, есть какие-то предпочтения. Извините, что так долго не выходила на связь, просто в Нью-Йорке был дождь. Как мне нравятся эти сувениры все. В Нью-Йорке был очень сильный дождь, и мы все сидели дома и не выходили на улицу. Вот. Поэтому всем до встречи. Пока-пока.